Итак, мы делаем, продолжаем наш мануальный массаж. Специальный массаж для ног. И мы уже, соответственно, растерли, размяли верхнюю часть, да, достаточно глубоко прошлись. Уже до, ну, еще раз покажу, да, растяжения. Вот взяли стопу, вот так подвигали, да, между тенерами ладони, зажав ахиллово сухожилие. Дальше оттянули пятку на себя. И ахиллово сухожилие проработали дополнительно конкретно, уже костяшками, да, такой ролик. Да, сюда. И плотно, разминая, расплющивая ткани, дошли до седалищной кости, растянули ногу на себя, вот видите, растягивается. Повернули стопу вот так вот и обогнули верх большой кости. Таким образом мы разворачиваем верх, видите, сюда, в эту сторону. А теперь мы берем ногу и поворачиваем ее, перекладываем на другую ногу. Таким образом у нас развернулась большая фасция бедренная, да, которую мы проминаем так локтем вверх, снизу вверх. Все наши движения идут снизу вверх. Вспоминаем, что это тоже лимфодренажный массаж. Второй рукой я поддерживаю бедро и приподнимаю его. А здесь у меня, чтобы не было больно, лежит не на косточке, на косточку, да, а постарайтесь так мягче ложиться, чуть сбоку. Вот. Теперь локтем провожу по ягодице и по бедру, начиная с бедра, да, и по ягодице вот туда, вот вокруг бедренной кости. Размяли. И для отдельных случаев, у кого зажаты спазмированные ягодичные мышцы, то можно сделать вот так. Приподняли ногу, да, и локтем вокруг вертела проходим все эти мышцы вот туда, а ногу натягиваем на себя. То есть ногу раскручиваем вот сюда, в противоположную сторону. Потом будем идти локтем в эту сторону, а ногу туда накручиваем, напрягая, как бы, по очереди те мышцы, которые нам нужны. Мы их локтем почувствуем. Вот сюда. И обратно. Сюда. И обратно. Ложим ногу обратно. И начинаем массировать. Секундочку. И уже начинаем конкретно икроножные мышцы массировать. Опять встали так, чтобы наша точка ниже пупка была посередине зоны рабочей. Начиная с ахиллового сухожилия, массируем внутреннюю медиальную часть, доходим до коленной чашечки, внешнюю часть, доходим до сгиба коленки, совместно все скручиваем, все эти части друг против друга, это достаточно мощно и глубоко. Теперь приподнимаем мышцу, вот так вот, ее чуть растрясаем и в сторону разводим. Подняли, растрясли и в сторону. Растрясли и в сторону. И растянули. Растрясли и растянули. Растрясли и растянули. И, ну, к лимфатическим узлам нагнетаем всю переработанную часть. Пусть они пока отрабатывают дальше, да? Можно сделать вот такое движение. Пробили их немножко, постучали лимфатические узлы, не сильно давя на них, да? Так немножко друг после друга работают ладони. Да, вот так вот. Прокачали. И теперь со всей ногой делаем то, что мы делали до этого только с бедром. Опять раздвигаем большими пальцами икроножную мышцу вот так вот друг от друга. Переходим коленку тоже. Переходим на бедро. И выводим все в паховую зону. Теперь приподнимаем все. Вместе как бы от костей отделяя мясо. И уходим вот туда.
Теперь по спирали раскручиваем всю ногу и запускаем пальцы как бы в ткани поглубже, да, прокачиваем лимфу достаточно глубоко. Пальцы уходят хаотично, раздвигая волокна ткани тела, как получится. Тем же способом мы тренируемся, получается, пальцы. По два, по три пальца, по одному пальцу можете запускать. Вот он так глубоко, как червячки, сквозь дерево поднимаются вверх. Так мы по ноге поднялись выше и выше. И теперь растирание. Лапа леопарда. Достаточно быстрое растирание, энергичное, снизу вверх. От самой пятки до единицы большого бедра. И вот туда уходим. И переходим теперь к непосредственно к лимфе. Тут существует три приема таких. Сейчас я вам покажу. Первый – это лимфатическая труба Годена номер один. Мы сжимаем руки вот так вот, за счет силы грудных мышц, да, и ткани по очереди передвигаем, сжимая плотно, снизу вверх. От ахилла сухожилия вот его отдельно растерли и пошли вверх. Во. Как? Лимфатическая труба Годена номер два. Соединяем руки так, чтобы с каждой стороны было по 5 пальцев. Мы будем сжимать, это вот как бы как у паука ноги, да, получается. А снизу поджимаю, потом верхний палец. Сначала вот нижний, потом верхний. Обхватили плотно. Снизу вверх такая выжимка. Плотная, плотная. Как можно сильнее. И как можно шире захватываете ногу. Все ухватить. Не зря у нас по 5 пальцев с каждой стороны. И лимфатическая труба Годена номер 3. Свобода. Фри по-английски свободно. Или 3. Шутка. Шри, или там говорят. Шри. Вот. Это, значит, захватываем. Делаем вот такой захват, да? В котором можем маневрировать с диаметром окружности. И представьте, что как будто мы вот сквозь отверстие консервной банки просовываем большего диаметра там грейпфруты, помело, апельсины, знаю, такую выраженную апельсиновую корочку вот взяли прям повыше, да, и пошли плотно-плотно обхватив. Можно немножко так вот подкручивать. Чуть-чуть. И опять же движемся медленно, медленно. Потому что мы гоним лимфу. Ну, такой лимфатический массаж, я считаю, более глубокий, более прогрессивный, чем обычно, когда показывают там вот так вот. Легонечко вот так вот гоним лимфу. Пройдутся и скажут, все, я тебе лимфатический массаж сделал. Все-таки их работа нужна поглубже, посерьезнее. Это вот у нас была последняя фишечка с ногами, а дальше мы перейдем к сету номер 3, будем делать стопы и заламывать ноги. Но об этом в следующем нашем видеоролике, да. Поэтому я с вами не прощаюсь, с вами был Олег Олаф Гудвин. До новых встреч, дорогие друзья, пока-пока.